Сегодня большой футбол, и, как и везде в Германии, обязательно соберется плач. Урбан в защите сыграет с Упамекано. Кампль начнет с Абицером в центре полузащиты. Сразу три нападающих с первых минут. Это сюрприз для соперника. Ну, думаю, такой вариант рассматривал той командой, которую все воспринимают как вечного соискателя. Да, Сити будет бороться за трофей, но, постоянное но, это проблема для них. И нужно уже с первого матча доказывать, что они действительно пришли за трофеем без всяких но. Может получиться интересная атака. Очень неточно. Даже заострять внимание не хочется. Гости сегодня одна из тех команд, которая предпочитает играть в активный футбол и давить на соперника, ждать его ошибку, чтобы получить мяч и навязать свою игру. Ведь для такого футбола нужна очень серьезная готовность. Мало кто умеет грамотно выходить из-под прессинга, оставаясь. Сегодня большой футбол, и, как и везде в Германии, обязательно соберется плач. Урбан в защите сыграет с Упамекано. Кампль начнет с Абицером в центре полузащиты. Сразу три нападающих с первых минут. Это сюрприз для соперника. Ну, думаю, такой вариант рассматривал той командой, которую все воспринимают как вечного соискателя. Да, Сити будет бороться за трофей, но, постоянное но, это проблема для них. И нужно уже с первого матча доказывать, что они действительно пришли за трофеем без всяких но. Может получиться интересная атака. Очень неточно. Даже заострять внимание не хочется. Гости сегодня одна из тех команд, которая предпочитает играть в активный футбол и давить на соперника, ждать его ошибку, чтобы получить мяч и навязать свою игру. Ведь для такого футбола нужна очень серьезная готовность. Мало кто умеет грамотно выходить из-под прессинга, оставаясь... Сегодня большой футбол, и, как и везде в Германии, обязательно соберется плач. Урбан в защите сыграет с Упамекано. Кампль начнет с Абицером в центре полузащиты. Сразу три нападающих с первых минут. Это сюрприз для соперника. Ну, думаю, такой вариант рассматривал той командой, которую все воспринимают как вечного соискателя. Да, Сити будет бороться за трофей, но, постоянное но, это проблема для них. И нужно уже с первого матча доказывать, что они действительно пришли за трофеем без всяких но. Может получиться интересная атака. Очень неточно. Даже заострять внимание не хочется. Гости сегодня одна из тех команд, которая предпочитает играть в активный футбол и давить на соперника, ждать его ошибку, чтобы получить мяч и навязать свою игру. Ведь для такого футбола нужна очень серьезная готовность. Мало кто умеет грамотно выходить из-под прессинга, оставаясь... Сегодня большой футбол, и, как и везде в Германии, обязательно соберется плач. Урбан в защите сыграет с Упамекано. Кампль начнет с Абицером в центре полузащиты. Сразу три нападающих с первых минут. Это сюрприз для соперника. Ну, думаю, такой вариант рассматривал той командой, которую все воспринимают как вечного соискателя. Да, Сити будет бороться за трофей, но, постоянное но, это проблема для них. И нужно уже с первого матча доказывать, что они действительно пришли за трофеем без всяких но. Может получиться интересная атака. Очень неточно. Даже заострять внимание не хочется.
Гости сегодня одна из тех команд, которая предпочитает играть в активный футбол и давить на соперника, ждать его ошибку, чтобы получить мяч и навязать свою игру. Ведь для такого футбола нужна очень серьезная готовность. Мало кто умеет грамотно выходить из-под прессинга, оставаясь... Сегодня большой футбол, и, как и везде в Германии, обязательно соберется Поч. Урбан в защите сыграет с Упамекано. Кампль начнет с Сабицером в центре полузащиты.